Алло, алло, алло. Я слышу, нормально. Всем привет, с вами Магистр, на канале Магистр Плей. Сегодня продолжать игру, играть в FNAF. FNAF первый, то есть 5 ночей с Фредди. В предыдущей серии я зашел до второй ночи, да и сдох. Чтобы не убило Чика из-за его тупой этой хрени. Оказывается, я понял, что когда эта хрень происходит, нужно просто не смотреть в камеру. Но если я не буду смотреть в камеру, может Фокс прийти. А я нужно следить только за одной дверью. По логике. Окно может починиться и сама. Я откуда знаю. А мы тогда начинаем. Билла, Сренчик. Давайте поехали, русская версия. Не знаю, если вам видно, я в основном не помню. Вроде я когда запускал, но автоматически захватит сейчас мою игру. В игру, именно игру. Смотрите, смотрим. Да, но мне автоматически схватило. Давай продолжить. Вторая ночь, 12:00. Надеюсь, мы проживем и не сдохнем. В основном я хочу все ночи пройти, потом пойти к второй части, потом к третьей части, потом к четвертой, потом к пятой. И все, я на этом закончу. Этого придурка уже слушали, да? Наверное, я пропущу. Или нет? Снова привет. Если ты слышишь, это значит, ты второй день на работе. Поздравляю! Я не стану отнимать у тебя много времени, так как Фредди и его друзья становятся активнее с каждым днем недели. Было бы неплохо проверять камеры в то время, пока я говорю, просто чтобы убедиться, что все на своих местах, знаешь. Когда? Факт в том, что Фредди чаще всего Когда? сходит со сцены. Я Ты слышал, это он видел? становится более активным в темноте. Важно освещение за дверью. Имеются места, которые не видны с камер, и эти места как раз и находятся за дверьми. Так что, если ты не можешь обнаружить что-либо на камерах, попробуй воспользоваться освещением. И да, у тебя слишком мало времени на реакцию. На самом деле ты в безопасности, я тебе уверяю. И все же, поглядывай на занавески в пиратской бухте. Иногда. Этот персонаж привлекателен тем, что он более активен, когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго. Я предполагаю, что он не любит много внимания. Я сам не знаю почему, но в общем, у него Пешка. по-любому все под контролем. Поговорим с тобой чуть позже. Меня мышка психует. Простите, если что-то пойдет не по плану. Я в основном нахер не буду следить за другими. Надо хранить энергию. Нет, блядь, я его трачу. А что делать, когда мышка из жопы сделана, блядь? Тут резкость, блядь, иди нахрен. А вот. Поглядывает. В основном я слышу то, что с той стороны, как эта мразь идет. А если тут я не хочу, чтобы заклинила кнопка, буду почаще смотреть в ту сторону, потому что. Я не буду в камеры смотреть, идите нафиг. Он сейчас вылезет. Быдло. Что это? Ты мне в прошлый раз Фредди нагнал. А сейчас что ты хочешь?
Чика, пока. Иди в жопу, у меня нет этой пиццы. Она все еще тута. С какой стороны они, кстати, идут? Вы кто-нибудь скажет? Пока. В основном сейчас вот эту кнопку держать, потому что хрен знает, что тут происходит. Ну а мы делаем все нормально. 3 часа ночи, а у меня тут 50%. Ну, нужно экономить. Со звуки. Мне это не нравится. Вот что-то на кухне происходит. Никого дома нет, идите нахрен. Да. Иди отсюда, Фокс, иди. Теперь кто-то меня пытается из двух углов сделать. Не хватало еще сдохнуть в третьей серии. Очень интересно. Нахрен иди. Здрасте. Где Чика, мне интересно. Она опять на кухне жрет, блядь, что-то. А поделиться, мразь. Блядь, я пошутил. Ну, бывай быстрее. Слушай, я не могу экономить все время энергию. Нужно максимально экономить энергию до 6 утра, потому что если отключится, я не успею. У меня. Иди нахрен. Так, 20%, не знаю. Пытаюсь по звуку понять. Бляха. Ой, Фокси, блядь. Я же не смотрел. Как это уж буду догадаться? Ты дожил до 5 утра. Да, мне не хватало всего лишь 1 час. И мне подвела энергия. Я слишком часто смотрел. В основном смотреть за Фокси. Все остальное видно.
Опять сдохли, а? Черт возьми, ну почти, ну черт. Что поделать? Ладно. Пробуем, что ли, в четвертой серии, что ли? Накаркивает. Так что ладно, всем пока, с вами Мокер Кулик, на другой. Сопоимся в следующей серии, всем пока. А я пошел играть в Фокс и второй ебал.